Ну, да успеем, до трех надо успеть. Старый, ну, успеем, по идее, тут же быстро. Правильно? Короче, правило, как у стандартного оригинального. Спасибо. Угадай мелодию, тыры-пыры, сейчас пометь. Да, все просто, начинаем, да, и да, все. Да, угадай, нужно просто угадать мелодию, и все. Да. Да? Нажимайте. Уже пошло? Я собрал лучше по музыке. В смысле пошло? А где музыка? В Дискорде. Музыка в Дискорде, да. Регулируйте сами, я громко сниму трек. Итак. Я не знаю, что за трек. Да это не трек. Я сижу, думаю, что за трек. Тоже. Это просто музыка. Кнопки уже. Первый раунд. Любимая Кека. А Кека это кто? Вопрос Дэнни. Любимая Кека? Кто такой Кека, блядь? Это факт. Ты для него делал. Кек? А кто Кек, блядь? Один Кекистан Кинг. А, реально. Кек за Кинг. Ну давайте, короче, что? Пускай, ну, давай. Пускай начинает, наверное, полковник Бустеренко, раз он идет первым слева. Раз он идет на свою вебку нормально. Да, напоминаю, у вас есть кнопочка, вот вы ее нажимаете, собственно. А кто побеждает, тот получает сапку у меня на канале. Чего, блядь? Ладно, можно выйти, не участвовать, походу. Я сейчас перераскошелился, ублюдок, блядь. Тот получает скин за 5000 рублей. Ох. Да. Можно в дотке, да, пожалуйста. В дотке скин, хорошо. Дотка, найс. Блядь, да, это имба аркана на джагу. Найс. Да. Поехали. Так я выбираю, да? Да, Слав. А слушай, Дима, поставь сразу лэпку. Принимается, ну нужно прям целое название и название песни и название чувака. Вот. Давайте решим заранее. Да, давайте. Фул, на таком давайте, шоу, смотрите. Мне кажется, надо полностью. Да, надо, ну, полностью. Полностью, давай. Ну типа за счет. Ну подожди, ну подожди, а если кто-то не знает, то да, знает, может название песни условно. Да, можно группы сделать, наверное. Но я типа буду. Смотри, сейчас я открою у себя ответы, вот, которые пригодятся. Я думаю, что сейчас я посмотрю примерно какие треки. Ну честно вам скажу. Давайте. Давай. Так, в первом раунде нужно назвать название трека и исполнителя. Как эстротик. Да, и исполнителя. Если прям никто не знает, но только один человек. Просто не нажимать, типа. Ребят, первый раунд, да, вы будете знать, здесь несложно. Цена вообще шоу на стриме бесплатно, не только по. Ладно, можно нажимать, что бустер соло будет. Вы сейчас поймете. Ребят. Ребят, пак вайбовый, я слышал соло песни. Да. Полный баг. Я думаю, что он пройдет за полчаса. Это по-любому твои будут сейчас. Уже скучно, ребят. Если скучно, хотите офну нахуй, уйду просто. Давай, брат. Запускаем бум. Давай, кто выбирает? Когда ты уже облизываешь мои. Первым лоткам за 70. Ой, понятно. Давайте, готовьтесь на кнопку нажимать. Давай, готовлюсь. У вас есть музыка? Нет. Это Доктор Дре и этот, и Snoop Dogg, Still by Dre. Бля, как он перекликивает! Табул! Треки легкие. Это стиль, это стиль. Так, Хантик, выбирай. Это стиль. Блять, Рома зашел в кнопку. Рома. Сука. Магнитский. Сейчас будет ебашить там. Рома, блядь, выйди. Поехали. Рома, ты с нами. Добавляй вебку, блядь, Ромчика. Сука, он спамит кнопку, блядь. Давай. Ебать, лик свой сос. Поехали. Да, блядь. Тут категории есть? За 140, давай 144P70. Поехали. Лик свой сос зашел еще на кнопку. Диман, выйди с кнопки. Черти. Да я не так заходил, алло, давай. Марк, еще раз, какое? 144P70. Только обнови кнопку. Да они сейчас будут спамить, блядь. Я обновил. Поехали. Ай да горе. Всем привет. Итак, шкаляр. Как шкаляр, блядь? Это злой. Неправильно, неправильно уехал. Это злой по Лагину, блядь, по Лагину это... Неправильно, уезжает. Чего, блядь, снимай, неправильно? Ты должен название сказать полностью, блядь. Марк, и все, полностью трек. Грязюка. Это не просто злой, нахуй. Злой, а кто? Название, Марк, ну, просто вот скажи все название. Давай, сейчас. Я же так сказал, грязюка, я же сказал. Ты полностью можешь сказать от начала до конца название. Блядь, злой грязюка. Неправильно. Злой фит полагил грязюка. Ты чё, еблан? Да ладно, ладно. По маме его, ну блядь. Да нет, да ладно, нормально. Ну всё, ну да. Сказал, да. Скаляр чё-то, блядь, дохуя. Скаляр нахуй разогнался куда-то, сука, собака. Куда летим, шкаляр? Грязюка. Отпевайте каждую песню. Чешо. Окей. Марк. Твой ход. Давай... Знаю, но не уверен за 70 уже. Знаю, но не уверен за 70. Так.
Поехали. А что замолчали? Отступая на шаг ближе буду, узнавая, уже не забуду глаз. Так, бустер. Ебать нахуй, это Максим, блядь. Так, а песня? Это... Ну в чем измеряется твой член, Слав? В миллиметрах, блядь. Блядь, километры любви, нахуй. Не-не-не, по-другому чуть-чуть. Ну, в чем член измеряется? Миллиметры. Нет, ну в смысле миллиметры. Сантиметры, а сантиметры чего? Счастья. Сантиметры счастья. Любви. Нет. Члена, блядь. И мы играем любимых. Бля, я не знаю, что это такое вообще. Не знаете? Не, я впервые слышу. И мы играем любимых? Ну, нет, это знаешь, новый, что ли, или что? Я нет, не знаю. Нет, там. Ну, короче, на самом деле можно засчитать, никто, никто не знает. Любви, нежности, да не, брат, я просто хотел намекнуть на дыхание. А, блядь, какие нахуй сантиметры дыхания, блядь? Я такого не слышал еще. Но это новый. Это старый трек, что-то я говорил. Так каждого будешь тащить, ребята, он сам никто не знал полностью трек, так что здесь, ну, нормально. Да, ну это мои последние 7 баллов, это последний раз, когда я успел нажать. Поехали. Давай, давай. Давай, Слава, выбирай. 144 п, нахуй, за 80. За 80. За 80. Погнали. Готовы? Угу. Врубай. Надо подумать немного. Коляр. Блядь, коляр ебёт. Корешь, глаза не врут. Верно! Что ж творит? Я не успеваю нажать. Я знаю, что глаза не врут, не врут. Сколько бы ни было слов, будут как ты, уже не найду. Я заперты в комнате. Школяр спин сидит нормально. Выебывается. Так нет. Давай дальше. Не, у меня тоже нормальный пин. Пизда ему в школе, блядь. Давай. Давай любимая кека за 70. Любимая кека за 70. Вот же Буда сейчас будет. Поехали. Школяр. Хана Монтана. Так, а песня? Ну, лимузин за окном. Блядь, как он называется? Куда ты, блядь, это Хана Монтана, лимузин за окном. Это Хана Монтана, блядь, ну... Веришь, что Хана Монтана? Две жизни, я не знаю, две жизни. Откуда он это знает? Русская группа? Я не знаю. Нет, это не русская группа. Чё, не понятно? Диман, ты ему ответы не скидывал случайно? Нет! Я не понимаю, откуда он это знает. Айвазовский пишет, откуда ты знаешь, урод? Это неправда, кстати? Неправильно я это назвал? Ну, название правильно, но никто не знает название песни. Не, я сказал «Две жизни» Хана Монтаны. Все, тогда нет, это «The Best Boss of Words», но я засчитаю, потому что никто больше не знает. Он слушает 24 на 7. Подожди, ты только что, блядь. Ты только что на Хану Монтану на английской исполнительце говорил, блядь, длинный лимузин вначале, а потом... Да, блядь, да, да. Это вообще забей чипс. Так интро в этом русском, другая была. А, ты хотел, ты имел в виду другую Хану Монтану? Да нет, эту, ну, блядь, ну, ну песня же переводится. По-русски она называется «Две жизни», по-моему. Я понял, окей, хорошо. Ну вот, есть. Давай, любимая кека за 100 тогда. Вообще нечестно. Да сейчас я душить начну, Школяра. Давай, душить. Поехали. Но это он не знает точно. Такое бывает. Все, останавливайтесь. А, это ответ никто не знает. Это The Suite Life of Zack and Cody, May and Them. Угу. Бля, такая, такой... А это любимая кека? Реально что-то кека или что, блядь? Ну, наверное. Да, он же любит Хану Монтану. Бля, но мне кажется, я знаю, что будет еще. Все, окей, понял. Дальше. Невозможно. Выбирай, Марк. Давай, давай любимая кека за 90. Так, подожди, сейчас так сделаем. Ух, ебать, за что? Скилл-то на нахуй. На нахуй. Блять, блядь, дай я отвечу! Первый раз это настраиваемся. Так. Нормально. Следующее. Нормально. Давай за 90. То же самое. Любимая кек. Любимая кек за 90. Никто не знает.
Все, это начало сериала. Лерон знает это. Это Jonas Brothers Live to Party. Прости, Скилл. От какого это сериала? Блядь, Скилл захуярит. Это просто чудовище. Сериал Jonas. Какой сериал? Это диснеевский, да, сериалы? Да. Какой сериал? Сериал Jonas. Jonas. Бля, Disney. Бля, пожалуйста, сериал. Давай завези с этим. Давай за 8. Я это слышал. Милану Хаметову? Я не знаю, что это, блядь. Не, я жду кое-что другое. Угу. Воронина, блядь. Найс. Коляр. Это волшебники из Waverly Place, я знаю. Это Селена Гомес поет. Блядь, типа вообще ёбнутый. Тип ёбнутый просто, забейте. Вот этого я ждал, блядь. Забейте, тип ёбнутый просто. Бля, я пожалуйста, сериал. Разъем. Ладно, Слав, сейчас будут нормальные треки. Ты успеваешь? Брат, держишься. Не, ну, любимые Макса я тоже не знал, если честно. Окей, дальше. Хантик. Давай. Подожди, и ты посмотрел на вот эту категорию и сказал, что вот в этом раунде можно называть и название песни, и группы, блядь? Да. Не, ну это один раунд. А дальше что будет, блядь? Не, брат. Какая-то полифония ебаная, которая один раз заиграла, блядь. Samsung это 132 бита. Да не, нормально сейчас, видишь, да. Поехали. Давай 144 пи за 90. 144 пи за 90. Блядь. Я не успеваю нажать, блядь. Бля, ну я ебасу сыр. Школяр, ты заебал. Это Skills Ambassador. Блядь, ему надо этого трека, блядь, вообще. Да, блядь, он все слушает, вы понимаете? Да, блядь, так ебать, я каждый раз такси врубаю этот трек, блядь, я не знаю. Блядь, так скажите, блядь, пак под него сыну сделал, блядь. Блядь, я не скидываю, вот это он все знает, я хуй знаю, как это работает. Сделай у него поле в пути, что можешь сказать, бишь, мы пусим на гусе. Жесть. Дальше идем. Я ебал. Бля, ну это охуенный трек, как это можно не знать? Блядь, он все знает. Трек охуенный. Давай дальше. Нет, мы знали, мы просто не нажали, долго, потому что Skills не знает свой трек, блядь. Не знает, что это. Название помню. Давай замочить по первым ноткам. Хуйня какая-то, кнопку надо переделать. Без кнопки делать. Поехали. Эй, где кнопка? Где у меня кнопка, блядь? Что? Вот я жду, я! Хуйня ебаная, блядь, кнопка. Слава. Я найс, нахуй. Lil Nas X, ебать, Old Town Road, ебать. Верно, верно. Слав, у тебя тоже кнопки не было? У меня на красной до сих пор, блядь. Да, я нажал вот так вот, и все, она просто не сизала, блядь. А чё Хантик вообще не взял? Он не знает трек. Она была красная, я поэтому не нажимал. Он не знает трек, это скорее всего. Если кнопка красная, то нужно подписаться. Давай, Слава, убирай. Давай, брат, 144 пи за 100. Ой, блядь. Бустер. Алексей. Ебать, это реально такое начало, да, я не знал. Да, это оно, это оно. Ты на маринованный лук. Нахуй вставлять треки, если вы не слушаете, блядь, тут же стопаете, ладно. Тише. Ну, мне надо ответить, блядь, хоть где-то, нахуй. Хорош. Нормально, да. Слава. Ну давай по первым ноткам 90. У меня, конечно, нет шансов здесь, блядь. Потому что, кажется, слишком очевидная песня будет. Жанина Марин... Ой, Мариной. Кого вы... А. Ну я нажал, ну, дай мне! Стэн Эминем. Да, сюда! Call of Army, вау! Я нахуй себе вообще на туру. Блин, имба трек. Бля, охуенный клип, пиздец. Да-да-да, это вообще имба. Да, слез, как говорится. Да. Выбирай. Давай по первым ноткам за соточку ебнем. Первые нотки соточка, поехали. Кто? Ну, это... Лава. Как ты? Так. Harder, better, faster, stronger. Это эти... Ничего, блядь. Daft Punk ты имеешь в виду? Daft Punk, нет? Нет, Слава. Блядь! Это не Daft Punk. Продолжаем играть с Кирсом. А, блядь. Я не знаю. Я тоже не знаю. Не знаете? Исполнителя. Ну ладно, не знаю. Где? Это так легко на самом деле. Все смотрели этот фильм в детстве. Это Уилл Смит, Man in Black. Чего? Еще раз слайд. А я не минусую, я просто спрашиваю. Нет.
title held by me. MIB means what you think you saw, you did not. Это оттуда, нахуй. Я тоже не знал. Так. Давай знаем, не уверен, 80. Поехали. Не, баллы не минусуются тут просто. Так. Кто знает? Come Слава! Lady, come, come, my lady. You're my butterfly. What Sugar, the... baby. The Crazy Town. Так. Так. Название. И группа... группа. Это группа Crazy Town. А, значит, такая Butterfly, ебать. Верно! Come, come, my lady. А, реально Crazy Town, это группа? Sugar, baby. Я думал, что твоя песня меня... Стилс, нужно что-то делать. Нужно догонять. Так что делать-то, Диман, блядь? Хуй сосу вот сижу. Давай, Слава, выбирай. Какой? Давай следующую, знаю, не уверен. А, или это какая была у нас? Да, это она и была. Сейчас третья. Кадар? Это... Блядь, это... Сука! Блядь, сука, нахуй! Тишина без подсказок. Все, гасите его нахуй! Бля, это... Короче, это Timberlake? Нет? Пол ответ! Тимберлейк. Диман, решай сам. Ты просто сказал Тимберлейк? Не, ну смотри, там, блин, ну там есть... Это же есть мэшап, а есть два трека разных, которые, блин, соединили в этот мэшап. Я не знаю, что тут нужно ответить. Это не мэшап. А, ну тогда я хуесос. Ну, да. Джастин Тимберлейк. Просто. Хорошо, да, я приму этот ответ. Это Джастин Тимберлейк, секси бэк фит Тимберленд. Да, но это не мэшап. А может, это мешап? Нет, это не мешап. Уже все поздно. Тогда не защита. Это не мешап. Вот. Да не, мог, это... не мог. Можно не защитить. Ну а вот следующий трек, кстати, мне кажется, Слава должен знать. Ой. Что? Блядь, я нажал по репам, нахуй. Ну, спасибо тебе, ублюдок. Слава должен знать, долбоеб. Я думал, там сейчас мой будет, нахуй. Ну, что, блядь. Фристайла, блядь, рок за мартерфон, блядь. Ну, исполнителя называй. Ну, это название правильной песни? Ну, не совсем. Ну, исполнителя назовешь, я приму. Не, я имею в виду фристайл. Ну, нет, это не фристайл, но это их же песня. А, нихуя. Не, я не помню. Не помнишь? Бамфанк. 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 Но? Бамфанк. Бамфанк. Скажи бамфанк. Бамфанк. Бомбан? Ладно, бомбанк им все. Ну давайте зачитаем, да. Надо Хантику засчитывать, а не мне. Да, нормально, просто сейчас второй раунд будет, там пиздец. Там вообще, да? Начнется лютая. Не, ну тут легко будет. Там хоть скилзу просто отдадим. Ну второй раунд, кстати, будет за скилзом, я думаю. На втором раунде сейчас. Мою, блядь. Второй раунд за скилзом, да. Там типа рэпчик будет? Так, итоги первого раунда. Слава 520, скилзор 0. Скилл. Найс! 550 квикантик. Найс, найс! Найн, найн! Пойду, что деп покручу, блядь. Депчик покручу. Ну что, второй раунд. Let's go. Чмо чат читает Хантик. Скилл стабильно хуёв. Нет, нет. Я не читаю чат, когда отвечаю. А так мне всегда чат открыт. Итак. Это чё? Это чё такое? Чё? У меня другой чё, раунд. Второй раунд? Да он такой? Да такой. Ебать, там просто название поменялось. Я понял. Хорошо. Да, всё хорошо. Прикольно, кассета сделана, родная, вообще легенда. Сейчас бы карандаш перемотать, да, на начало. Так, ну чего, скиллзор, давайте дадим шанс скиллзору импровнуться в этом раунде. Давай, пики-пуки, стоп. Самое первое. Я тебе так скажу, Диман, когда ты выбираешь категорию, это нихуя не знаешь, что ты шанс даешь. Да, согласен. Какая разница, любой может нажать. Но скиллз, я уверен, что здесь знает. Давай, пики-пуки, 100. Пики-пуки, 100. Напомню, назвать надо полностью. Смысл раунда. У вас 100 баллов, как только песня начинается, баллы начинают уменьшаться. Чем раньше вы нажмете, тем больше баллов вы заработаете. Все, ебать, нихуя. Да. Пики-пуки. Поехали. Поехали. BTS? Это Bella Porsche, This is me. А, Build the Beach, вот. Да, верно, Слава, отлично. Bella Porsche, точно, меня подписано, блядь, выстрела. Да? Нифига себе. Да. Мы всегда же переписывали, бро. Че писал ей? Go fit. Я просто фотку отправил там одну. Ого.
Итак. Ты реально можешь внести посмотреть. Она у меня сама причем подписалась, я охуел тогда. Слава, выбирай. F-Serb давай. Ну, не знаю, ну пики-пуки заебись по мне. Ну, тогда выбирай пики-пуки. Ну, напоминаю, нужно назвать целиком песню и название исполнителя. Спасибо. Ну, давай, давай, попробуем. Подожди, если мы не нажмем, то сотку у всех сожрет и все? Да. Назовем. Лоты ебаны. Скилл сажат с Шазамом играет. У меня нечего жрать, блядь. Пол скилл за реально, что будет? У меня минус. Напоминаю, в третий раунд проходит двое игроков, у кого наибольшее количество очков. О. Так что пойдешь деп крутить. Пойду покушаю, блядь. Запускай, брат, пики-пуки. Так, какую? Пики-пуки? На, вторая часть. Поехали. Чат знает уже. Это Dua Lipa Break My Heart. Бля, ну вот сразу Dua Lipa пиздец. А что ты припев не нашли, блядь? Потому что припев в названии песни. Что, у всех сотка слетела сейчас? Не, просто 100 слетело. Нет, это просто очки. Да-да-да, это просто очки. Слава, выбирай. Давай пики-пуки, ебать, третья. Поехали. Третья пики-пуки. Let's go. На клипы смотрел Доджи Кэт, нормальная такая, блин. Ну так ё-моё, а как ты хотел? Да. Тоже ей фотку отправил? Не, она мне не подписана уже. Мне было позже достаточно. Вот, окей, так, выбирай, Слава, скиллс, давай-давай, ты уже почти взлетел. Давай. Ты ебанат, я вообще, блядь, взлетел туда, вниз, нахуй. Давай, выбирайте. Ну попробуйте не пики-пуки что-нибудь. Давай же добьём пики-пуки, поебать на них. Ну давай пики-пуки, хорошо. Это этот? Ух, ебать, это песня. I wanna... Это Galantis Runaway? Да! Нихуя себе, шкаляр. О, реально? Да. Блядь, я давно уже с Бади на дачу не ездил, бля. Марш не катается. Я ебал, блядь. Ебать, давай F-Serb за сотку. Ебать, ты вспомнил, блядь. F-Serb за сотку. Тут все сотки. Поехали. А, бля, ну блядь. Да, XXXTentacion, вспоминаю Moonlight. Верно! Moonlight. Чик-чик-чик-чики сараем. Moonlight. И бусочек сарай. Осторожно, там в этом моменте, в котором ты там подпеваешь, там в оригинале другое слово. А, понял. Так, Слава. Подожди, сбрось нам кнопку у нас. Да, все, найс. Сбросьте очки, чтобы скиллзу на равных был. Да тише, блядь. Очки сейчас тебе сбросим, блядь. Блядь, за что? Угроза подпёртый, угроза подпёртый. Давай. Хёрп, сотка. Просто тема. Поехали. Это Нирвана. Smells like. Вот smells like. Нет, это я тебе не полностью сказал. Тогда что-то water, да, там? Smells like плюс 8. Smells like плюс 8. Так, что, сбрасываю еще раз? Сейчас, подожди, ну что-то с water там, что-то с water, это... Блин, сейчас я сам... Ну, можешь включить еще. Если честно, мне показалось, это тоже есть. Ну, включай дальше, Дэнни, если нет ответа, нужен ответ точный. Я знаю, я беру секунду. Алло.
Это Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Да, верно. Сюда. Я забыл, блядь, полный. Хорош. Ждем Славу. Читая чат, уебан пишет. Так. Марк. Да. Выбирай. Давайте разнообразим. Modernity. Вот это вторую давайте. Вторую Modernity, окей. Да похуй, можно идти. Поехали. Да блять, я тоже кнопку развернуться нахуй. Это Кизару и Big Baby Tape. Верно. А как ты так быстро, блядь? Ну, миллион. Стайперы, мы стайперы и драперы, мы не были богатыми, как те для моей матери, мы сказочно богатыща. Ладно, все подряд тебе, дайте шанс еще. Не, шансы есть, скилл всегда. Окей, хорошо. Охуеть. Коляр все знает, окей. Давай Марк. F-Serp. F-Serp 100, let's go. Лава. Juicy World. Так. Хуй узнает, родной. Что нас ждет впереди два дня, суббота, воскресенье? Это Weekend. Ну да, да, можно считать так. Weekend Smile называется песня, но поскольку никто не знал название. Верно. Вообще не подо, я слегка подсказываю. Да нормально. У нас мы баланс держим. Нормально. Все равно я в конце не буду подсказывать. Нормально. Викинд, ебать. Но все равно, типа, никто не назвал исполнителя. Сочиняет песню, хуярит, чтобы Диман назвал его просто названием песни. А, блин, это Викинд? Я думал, эта песня называется так, Викинд. Это чел? Понял. Это чел Викинд, да. Типа, ребята, ну, знаешь, типа, нашел в Америке. Вы знаете, кто у нас сегодня выступает? Ну, что у нас, типа, суббота, воскресенье, ебать? У нас... Чел Силикон пишет, а скилл знает, что он играет, или ему просто вебку вывели? Не, не знает. Поехали. Забанил, он даже не в курсе, что он на стриме, блядь. Он не знает даже, что он в дискорде, блядь. Поехали. Так. Кто выбирает? Выбирает. Выбирает Слава. F-Serp, F-Serp, F-Serp. Это Децл, вечеринка у Децла дома. Верно! На дом собрали тонкий блин, район. Мне кажется, надо минусовать. Танцы до упада, родители на даче, значит... Слышишь, Диман? Да. Мне кажется, надо минусовать в шоу. Кого минусовать, блядь? Кого ноль? Минусовать? Скиллза? В плане, ну, типа, вот, допустим, скиллз, видишь, вот у него очень мало шансов. Типа, решил скиллза вообще убить, нахуй? Да, у него очень мало шансов, чтобы дойти вот до... Так у него их нет. Так вы неправильные ответы не нажимаете даже. Родной, родной. Что минусовать-то, нахуй? То есть, по-твоему... А, минусовать ты имеешь в виду... Да нет, скилл сейчас нормально разгонится. Ребят, сейчас 4 трека сверху, например, это чисто скиллзовская тема. Он сейчас догонит вас, пиздец. Диман, не позорься нахуй. Я тебе серьезно говорю, поехали. Не, ну это я просто, ну бля, мало ли. Давайте. Выбирай, Слав. Мало ли. Ну давай Modernity соточка. Modernity соточка, let's go. Сука, блядь, тварь! Это Моргенштерн, Клава Кока, мне похуй. Верно! Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох-пох. Хантик, задумайся, я тебя с Дубая переглядел. Поменяй роутер, долбоёб. Так, Слава, твой выбор. Модерните за сотку. Модерните за сотку. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Нужно полностью назвать, напомню. Кем я был и кем я стал, все свое сполна, мы заберем сполна. И пошла волна вперед, набираем хуй. Это добро, давай запоем. А, реально? Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно риску, очень быстро. Слава, выбирай. Понял. Опять добьем, брат, уже хочется добить. Бодрая Modernity. Помнишь, как стоял у края? Это Джах Калиб, этот, я случайно нажал вообще, помнишь, как стоял, это, блядь,
Ну, можно, бля, ну хоть я случайно ответ. Нажал, если честно. Только а полный я, ответ. Нет, это... Я не случайно, я нажал. Ты знаешь полный ответ? Слав, помочь тебе? Да, я готов. Не, без помощи, скиллс, без помощи, без помощи. Потому что Марк знает полный ответ. Я просто даже не слышал, я крик, бля. Ну я хуй за что. Марк. Все, останавливай. Песня. Как? Лейла. Ну-ка, дай я попробую. Давай. О, Хелзор! Там можно было послушать, сука. Но это не она, походу. Я думал, это Медина, типа, но это не она, походу. Это другой трек. Может быть, она. Подскажи, Хелзуча. Хелз, оберег. По-другому. Чего, блядь? Талисман, бро, талисман. Скажи, талисман. Да, верно, Хелз, поздравляю. Наконец-то ты раздрочил эту историю. Суета. Дрочи аккуратно. Так. Так. У нас остается одна категория, и интересно, кто в этой категории будет лидером, кто получит больше всего баллов. Skills, твой ход. Угу. Ну, нажимай. Выбирай Skills какой. На первый. На первый сам нажимай. Давай, Skills. Поехали. Мне так нравится, как ты танцуешь, но больше нравится, как ты ревнуешь и люблю. Оп, Слава. We gotta get love. Да, это она. Я снова один в этом ламбо. Я снова гуляю тебя сквозь дыми. Ебать, озвучка ебать. Baby, я люблю тебя и ненавижу. We gotta get love. Я снова гуляю. Имба, сюда. Так, Слава, выбирай. Бля, дай подумай, какую категорию ебаю. Нет, ты можешь выбрать же разные, ты не обязательно по порядку. Нет, они по порядку. Ну окей. От вина до номера. Не будет рядом, я был первым для тебя, но не парадным я и полю. Лава. Это веселая песня Егора Крида и Моргенштерна. Да. Меня не станет, бэйби. Так, наверное, будет даже легче. Верно. Теперь можешь тратить мои деньги. Расскажи, как... Чисто так. Тема для Славы, поехали. Да, дальше. Да, да. А. Вот это не факт, что... Ты на работу. Я опять потом друзьям не скажут, я дурак, что... Слава! Марк! Ой, блядь, не знаю этих треков. Ох, вот это, блядь... Полный ответ только приму. Блядь. Че, продолжаем? Сейчас. Это Крида? Да, нужно название трека. Нет ответа, я не могу принять этот ответ. Это есть у вас варианты? Ну давайте дослушаем до конца. То я влюбился в дуру, хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура смеет, что шахматист. Ведь в голове твоя фигура, чувства не купишь за купюры пойми. Мужчинам так плевать на крутость маникера, мне важно, что внутри хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд. Отзор. Это Егор Крид, фит Нюша, мистер и миссис Смит. Я и ты как мистер и миссис Смит, но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Последняя если категория в этом раунде. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает труд. Бля, да я хуй знаю. Ты что-то нажал? Да я что-то, блядь. Зачем нажал? Я тоже случайно нажал на Джах Калибу, да-да-да, я так же нажал чисто. Пусть будет этот, будильник, хуй знает. Да, верно, мой. Хорош. И буди-буди. Так. Самое-самое, блядь. Отлично, у нас остается еще один раунд и финал. А, третий раунд, охуеть, какой интересный, Дэнни, а что здесь нужно делать? Сейчас объясню. Поехали, третий раунд. Попрощаемся с, ну, со Скилзом, условно. За что? За что? Подожди, Скилз. За что, Скилза? Прощаемся, говорит, со Скилзом, Дэнни. Ну, вертолет прям в огне, нахуй. В игровом формате. Итак, третий раунд играет у нас Слава Хантик. Вы помните оригинал «Угадай мелодию»? Да.
Ну, да, наверное, там типа 3 секунды дается на ответ или что-то такое. А, у вас есть 5 треков по очереди. Вы будете торговаться, и кто угадает, там, 7, 6, 5. Ебать, это да. Еба, да, я понял. Вам появится, еще раз покажу вам описание трека, и вы будете торговаться. Выбери, Дима, кто будет первый. Первый будет Слава. Слава, итак. Так, вот. Слышишь, да, Росса, кнопка что? Нужна сейчас или нет? Может, нет, не нужна. Вы просто торгуетесь. Можно закрывать? Скинь скилзу ответы, пусть соведущим можешь будет. Можешь закрыть. Скилзу ответы скинуть? Так, и что делать? Мне надо угадать по описанию, да? Тише. Диман, читай описание. Сейчас, секунду. Я скилзу ответы скину просто. Так. Песня о подростке, который хочет быть собой, а не таким, как его хотят видеть родители. Каким ее хотят видеть? Ее хотят видеть родители. А, вы торгуетесь, допустим. Слава говорит, я с 7 минут угадаю, Хантик, 6, с 5, как хотите. Можете сразу с 3 ебашить. Но главное, помните, если везу эти 2, вы нихуя не угадаете. Давайте. Так, ну, Слава первый говорит. Слава, за сколько нот ты угадаешь эту песню? С 5. С 5 нот. Так. Марк. Блять, ну пиздец. Ну, тогда мне надо 100% с 4 тогда делать. Ну да. Да. Ну давайте, что. Давай 4. 4. 4. Слава. Рискуешь? Три ноты. Ну ты можешь уйти ниже. А на я проиграю все, я сразу вылетаю, типа из игры. Нет, если нет. Ты не ответишь, ты не вылетаешь, но ты ничего не получаешь. Ну давай 3. 3. Смотрите, у вас всего 5 песен, условно по 1 баллу за песню. Mm-hmm. Если ты угадываешь, ты получаешь балл. Если не угадываешь, Хантик получает балл. И так да. Наоборот. Вот. Кто наберет 3 там, или 4 балла, тот проходит финал. Угу. Mm-hmm. Кем финал-то будет, блин? Ну пусть хуярит за 3 ноты. За 3 ноты, Слава. Ну что, Слава, за 3 ноты? Поехали. Да-да-да. 3 ноты. Сейчас, секунду. Давай. Фух. Эти вообще. Ебать. Ну я один раз могу послушать, да, Федор? Ну, я могу еще сыграть. Еще раз. Еще раз. Ну это Unreal, надо хотя бы 4. Но в чате есть правильные ответы. Но это не король и шут. Не знаю, бро. Не знаешь? Не знаешь? Хорошо, балл переходит Марку. Итак, внимание, трек. Какая песня? Я ебу, какая песня о подростке, если там на английском поется? Да, я никогда в жизни не ебал. Я пытался вспоминать о песню о подростке, блядь. Не-не, это не обязательно русские могут быть песни. Точнее, здесь... Да, это на описании можно вообще нахуй внимания не обращать, блядь. Не, можно просто, но если ты, допустим, это известные песни все, и, ну, чаще ты понимаешь, о чем речь в них. Я-то, блядь, я думал про описание больше. Да. А почему мне балл перешел? Потому что не ответил Слава на вопрос. То есть в любом случае балл достается, если чел не отвечает. Да, да, поэтому, чтобы рисковать, надо аккуратно рисковать. Окей. Так. Вторая песня. Давай. Вторая песня. Итак, Хантик, за сколько нот ты угадаешь вторую песню? Сейчас. Песня о мольбах разбудить и вернуть к жизни. Угу. Не очень легкая песня, скажу сразу. Ну, возможно, будет. Мольбах. Сейчас, а сколько времени есть? Как Диман решит. Блядь, так... Это песня на английском, бро. Ну, бля, ну я пытаюсь вспомнить, типа, что... Песня о мольбах разбудить и вернуть к жизни. Примерно тематику трека такого. Уже чат... Давай, ладно, чат, давай, смотрите, чат уже даже знает, блядь. Я... За 4 нотки. За 4 ноты, окей. Слава, рискуешь за 3 или пускай? Не-не, нахуй. Давай, Марк, 4 ноты, внимание. Внимание. Чё? А. Ебать мой хуй. Бля, можно еще? Еще раз, давай. Песня о мольбах разбудить и вернуть к жизни. Бля, еще разок. Это загугли, знаешь, что это за песня или нет? Ты знаешь, что это за песня, Слава. 100%. Тут все очень Дальше. Популярные песни. Бля.
Вообще, да не, хуй знает. Я так и знал, что это она. Не знаешь. Хорошо, 5 очков переходит Славе. Итак, внимание, это трек. Надо именно название песни, да? Это... Can you hear? Да. Да, это она. Это Evanescence, Bring Me to Life. Сейчас, это очевидно. Москва любит скриптонит. Я бы не вспомнил название просто. Ну, мог просто напеть. Я бы помог чуть-чуть. Так можно? Конечно. Давай. Окей, третья песня. Описание песни такое. Песня о парне, который не может докричаться до кого-то и страдает от этого. 4 минуты. Я даже не буду думать, что за песня эпоха. 4 ноты? Да. Поехали. Марк? За 3 угадать невозможно. Не, я тоже не буду за 3. Хорошо. Да, Слава, 4 ноты, песня о парне, который не может докричаться до кого-то так. И страдает от этого. Внимание, тишина. Сейчас, извини. Так. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну, есть кто угадывает. Есть кто угадывает, на самом деле. Диман, в чате всегда все знают. Да, я не знаю, брат. Это очень сложно, я вообще нихуя не могу. Окей. 5 баллов получает Квихантик. Поставьте, пожалуйста, эту песню. Я на следующий наиграю просто. Можно еще сложнее, блядь. Ну, на самом деле, просто вы мало нот берете. Попробуйте больше нот оставлять все же. Рой, так в первых двух песнях, ну, типа, еще, ну, можно по нотам понять. Здесь вообще... Ну, это тяжелый раунд просто был, да. А, Марк. Да. Бля, не треки. За что Exile? Поехали. За сколько нот ты отгадаешь четвертую песню? За одну. Ты ёбнутый, что ли? Я думаю, я знаю песню по описанию. Вот так. Это. Песня была создана для того, чтобы толпа на стадионе не только пела, но и играла. Ты реально по одной ноте хочешь? Ну, бля, я не знаю, что там будет за ноты, но просто по описанию я бы предположил трек. Ну, ты реально одну ноту хочешь? Это просто пим. Эпоху, да. Да. Ну, хорошо, блядь. Одна нота, Марк. Слав, ну он не оставляет шансов. Давай посмотрим. Я долбаю. Хорошо. Внимание. Ну, бля, называй теперь. Я же могу предположить просто. Ну, предположи. У тебя выбора нет. Песня была создана для того, чтобы... Если чел угадает... Не только пела, но и играла. Не только поют, но и играет. Это We Will Rock You от Квина. Вот поэтому я, типа, одну ноту. Но если это не то, то... Итак, твой ответ, Марк. Блядь, мега-мозг, нахуй. Мега-мозг, да, это We Will Rock You. Проебал. We Will Rock You. Сука, блядь, когда идут нахуй выиграть? У нас идет Илья Exile, Hear Me Now, потом Queen, блядь. Две легенды, Слав. Блядь. Слава, твой ход. Марк, дай Славе за 7 нот отгадать. Так, блядь, Слав, угадай за 7 нот. Конечно, мне это ничего не даст, брат. Человек восхищается молодой девушкой, воображая себя итальянским режиссером. Давай 7 нот. 7 нот, поехали. Играем? Да. Ой, сейчас Excel другая, Castle нахуй. Я как Фредерико Феллини. Да. Найс. А ну сюда. Как Фредерико Феллини, дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине хочет. Да, это она. Итак, 10-15. Что у нас, финал? Как у нас финал проходит? Финал, смотри, мы даем количество секунд, и за эти секунды нужно угадать 6 песен. Да, ага, все понял. Ебать. Все. И все. Финал. Если ты угадываешь, ты выиграл. Я съебаюсь уже. В финале, да, только один.
Да, Слав, спасибо большое. В дотку пойдешь? Брат, спасибо большое, что позвал. Спасибо, Слав, за игру. В дотку мне пойдешь? Мне сейчас похавать и сделать. А, очень давай, приятно. Все, спасибо, что зашел. Все, давай, хорошо, пока-пока. Давай, давай. Итак, у нас остается легендарный Марк, который знает, блядь, все песни. В следующий раз я его не позову, он все знает абсолютно. Итак, Марк. Сколько песен ты отгадаешь, за столько скин и будет рублей. Типа 6 песен 6 тысяч рублей скин, одна песня 1000 рублей скин. А скажите, а как песни будут включаться? Или я включаю, то есть мне дается 30 секунд, я выбираю песню, включаю. Она идет, и ты говоришь, можно, а можно говорить дальше, да, если он не знает? Да, смотри, ты, допустим, песню какую-то стопишь и думаешь, не можешь додуматься, мы играем следующую. А секунды будут идти все это время? Нет, секунды идут только когда играет музыка. Все. Если ты стопаешь, секунда останавливается. Можем дать 30 секунд, можем 40, Диман, решай, и если хантик можешь, зайди на кнопку, будет так удобнее. Одна песня, 1К, да, одна песня, 1К, поехали. Бля, сейчас, подождите, зайду на кнопку. Чтоб ты не орал, не кричал. Хотя можешь кричать, я знаю. Да, ты можешь говорить, просто я знаю все. Бля, давайте реально в пизду эту кнопку. Давай, в пизду, давай. Просто, согласен, ну ее нахуй. Итак, если ты красная. Долго думаешь над какой-то песней, ты можешь сказать стоп, и мы играем следующую. Ты можешь ее оставить на потом. У бустера больше, два чека финал прошло. Окей. Это здесь роляло. Итак. Выбирай любую песню. Давай, первый. Поехали. Сейчас можешь забагаться, но надеюсь, что все будет заебись. Поехали. Так. Это «Руки вверх». Название? Сейчас скажу. Давай. «Он тебя целует». Верно. Правильно. Дальше идем, так, вторая. Давай дальше. Вторую? Да. Стоп. Next, давай. Так. Так, нажму. Следующая. Какую? Следующую, третью? Да. Ебать, что за нахуй? Next, бля, хорошо. За скин жопу рвет. Пиздец. Четвертая песня. Стоп, next. Я вообще в ахуе, что ли? Хорошо, пятая песня. Давай дальше. Ладно, пятую ты знаешь. Когда я был неизвестен... Стоп. Ну, это еще Дежо водила. Верно. Шестая песня. Хорошо. 2000 есть, найс. Стой, давай. Сейчас. Хуй знает. Давай второе я попробую. Третью я бы рекомендовал тебе послушать. Третью? Да. Третью. А я могу дать ответ на второе? А если я не, вот, неправильно даю ответ, то что? Ну ничего. Ничего, просто... А после этого я могу дать ответ на другое? Песни популярные. Можешь, если вспомнишь. Ну, короче, на вторую я предположу, что это круг? Нет, неверно. Я бы на третью на твоем месте. Ну давай третью я тогда дослушаю. Третью ты точно знаешь. Уже 100% не знаю. Давай. Послушать. Да. Ебать, время прибавляется. Тысячи рук голодных глаз. Все. Хорош. Чисто подкрутку никто не заметил. Это да. Ну, давай шестую еще. Окей, все. 26 секунд тебе дается. Все. Давай. По куплету непонятно. Это Леди Гага Папарацци, но не знал, да. Итак, Марк, три тысячи. Ты угадал. Да. Смотри, Крис Исаак был второй, Вик Гейм, и Imagine Dragons Battle Cry четвертая. Лера Романова, хочешь в следующем выпуске поучаствовать? Мне кажется, это имба будет. Ебать. Лера же шарит за музыку просто максимально дико. Да. Поздравляем, Марк, ты выиграл скин за 3000 рублей. Надеюсь, тебе все понравилось. Ты победитель, не то что в доте вчера. Бля, на самом деле охуенно. Ну типа, знаешь, даже мало как будто. Ну, мало, но я видел, что будет мало. Да не, но я люблю, когда быстро. Не, но бля, опять же, я не знаю, как на стриме это. Это чисто мне. Чат, вам понравилось?
Сейчас вам понравилось без. Ну, вот, типа, недолго, потому что 2 часа сидеть это такое ребят, себе. Ребят, мало или много? Ну, во-первых, ребят стопать на 2 часа, а во-вторых, 2 часа одно и то же. Ну, на самом деле, понравилось? Мало, напишите, ну, да. без рофлов. Мало, больше хотите? Ну, можно еще один можно раунд добавить, добавить. Часа на час 10 где-то, что было. Хуйня, ну, понравилось. Мало? Ну, хорошо, сделаем чуть побольше в следующий раз. Добавим еще один раунд. Бля, ну то, что много, я вообще не сказал бы. Мне кажется, перебора точно не было никакого. Просто песен очень много залито, очень много минут, но вы просто сразу стопаете, и из-за этого игра ну да, пролетает вот так. Не, ну это очевидно, что да, сразу да. будут стопать. Вот. Да. Ну да, сделаем в следующий раз побольше чуть. Понравилось, баллов больше во втором раунде, быстро тают. Окей, да. Бля, и подумайте по поводу вот это, ну, принятия, отнятия очков. Потому что, типа, челу... Ну да, я понял, можно. Вот невозможно просто камбэкнуть, типа, вообще никак. И поэтому, ну, может не минусовать, а что-то просто придумать, какие-то бонусы. Там. Гузлоид, Хантик и Бустер за счет этих баллов прошли в полуфинал, а Скиллс не прошел в полуфинал, только поэтому. То есть неважно, что у него у Бустера больше баллов. У Бустера по факту полуфинала меньше баллов, вот и все. Вот. Но надеюсь, в любом все, мы будем, ну, чуть подработаем шоу и будет еще лучше. Я рад, что вам понравилось, ребят. Да не, прикольно. Прикольно сделано и прикольная музычка. Всегда приятно почилить под нее. Вот. Чё, дотка? Ой, нет, точнее, я... Может, КС-очку? Не знаю даже. Вот.